Эпические заставки одним словом. Надо как-нибудь это потом сохранение с других игр перекинуть в облако. Да нахрен он быть нужен. Я не знал, что можно спокойно ходить. Таким не спеша. Опять же, тебе неинтересно? Текст, плывущий в космосе. Но эта игра вообще очень долго будет, если нас спрашивают проходить, то очень долго. А чё, как в принципе любая Лего игра, она очень долгая. В первую часть надо как можно больше очки собирать, если я дала, ну пофиг вообще. Привет. А там выбора-то нет никакого в самом начале. Поэтому играем джедаем в самом начале. Это же первый эпизод. Спасибо за хост. Ну
Так, еще где одну дам? Бля, там же одна пара осталась. Так. Настоящий джедай, блядь. Так, ну мой задание... Я понял, что-то... Я уже что-то сижу и туплю, я просто опять проснулся, блин. Я уснул где-то почти 2 часа ночи, блядь. Я что-то не знаю, на какого хрена я встал опять. Так рано. Я сижу просто, ни хрена не понимаю, что происходит. Так, это у нас RDD2. Так, у нас, а что там? Так, видимо, у нас какая-то хренатень должна заехать. Так, а какая логика-то была, то, что мы с этой строим? Ой, да ну нахер все это дерьмо. О, чуть за шарик. Реально, шариков в оригинале вообще не было. Как это фишка этой версии. Это где? Биван, ты чё какой-то хуйней занимаешься, блядь? Убивай. Какая стратегия? Тут нет стратегии, тут есть...
Все что угодно, только стратегии. В первом эпизоде там вообще, по-моему, ничего такого нет. В первом эпизоде у нас последний босс этот идет. Я забыл, как этого чувака зовут. Дарт Мол. Во втором эпизоде у нас будет дебильнейшие прыжки с этим Джиджи Бинксом. Ну, последний эпизод это там. А там тоже ничего такого не будет, там будешь в основном летать. На этих в космосе. Чё за хуйню я посрывал, и только что? Это с этими штуками не понимает, что делать. Там, по идее, должны были бы те выехать. А все, не выйдут. Детальки должны были выпустить. Да ёп. Видимо, не получим мы ничего. Биван. Да, валим. Воюем. Сегодня мы с тобой воюем. Спасибо за хост. Охуенный мы корабль собрали, ведь из двух деталей. Привет, Волкич. Это просто топ, это будет лучший самолет, ведь из двух деталей лучший самолет получается.
Что-то какая-то странная рванина получилась в итоге. Да, ну как первая трилогия сейчас у нас идет. Потому что на пеке ее хрен запустишь нормально со стримом. Приходится так на Xbox еще запустить, потому что есть. Потому что она и есть. По сути, тут ничего не изменилось, конечно, какая-то вот эта сила джедая или что-то такое добавилось. Но графониум остался тот же. Не-не-не, там какая-то эта хреновина добавилась. Ох ты, надо отойти, а то сейчас как ебанет. Потому что я на ПК проходил ее. Первый раз. Да вообще. Рандомщина с заставками творится. На, ему по ебальнику, он упал, блядь. Вообще тут никого ничего не смущает, то что, блядь, джедай, блядь, спокойно катается на грузовом транспорте. Троидов, блин. Этот пенек, блядь, нюхает цветы. Джаджа Бинкс, блядь. А там даже что-то не занят. Для ПК я покупать, конечно же, не буду. Подожди. Так, сюда. Так, мы что-то где-то что-то проебали, походу. Ну а чё я один как лох, блядь, не могу допрыгнуть, алло. Нигер, блядь. Ну, я так и знал, в принципе. То, что он наебнёт сразочек. Биван, опять ты косячишь, блядь. Переключайся. Да, на Габава есть много чего. Только оно играбельно ли вообще? Потому что, как доказывает версия для DS, это вообще понос какой-то полный.
Спасос, Квайгон, спасай. Я пытался постримить первую трилогию, блядь. Nintendo DS версии, блядь. Это вообще была жесть полная. Там все неадекватно, блядь. Начинаю от управления, заканчиваю камерами, блядь. Блять! Дальше нам надо было там влезть вниз. Бульк, бульк. Во-во-во. Вот он, шарик. Его не было вообще в оригинальной. Просто трилогии вот оригинальной не было. Повера всякие. Не было. Не канон! Я аж удивился такой, блядь. Чё это, в смысле, блядь? Чё это для Xbox такие привередливые, блядь, условия, блядь, там ставят, блядь? Чё это такие, блядь? Прям такое выдают им. Поверапы всякие. Так, по идее надо. Может еще цветы надо? А, нет, не надо. Я помню, что что-то там можно с этой пушкой сделать. Так, хрен его знает. Чё, ничего нету. Хотя в дерево застрял. Он просто мастер по застреванию в деревьях. Опять же Жабинкс. Пенек с глазами. Давай. Вообще не поэтому, какого хуя ему вообще не дали атаку, блядь. Не знаю, хоть камнями говном бы кидался. А, блядь, напали. Стой. Конечно, будет вот эти, по-моему, старые эпизоды, будут самые бесящие. Они с прыжками, этими крюками, всем этим говном, блядь, просто бессилие. Лед, кыш! Меня убили. Убиван, собирай монетки, блядь. Чё стоишь? Убиван, блядь! Ну пенек, блин. Ну там он вообще пень, а вообще балдись, бом-бом. Так. По-моему, мы не собрали ни хрена. Блять.
Ну, Биллан тут какой-то вареник, тут вообще, блин, бесполезный, по сути. О, Гринч. И уплыли они в плохую заставку. Блять. Блять, тут дохуя, блять, этих персонажей надо открыть. Зато у нас что-то понятное на корабле есть. Эпизод 1. Опять выпускаем заставочку. А Оби-Ван как обычно, блядь. Просто у него стандартный, блядь. Так ему, правильно, напнул ему. Блядь, вот эта хуенная камера, я балдею. Блядь. Пиу-пиу-пиу. Блять, такие цветы взорвались с таким эффектом, как будто это была звезда смерти, блять. Вот так бы было в реальной жизни прикольно. Стреляешь с перила, из них деньги валятся. Съебись ты. Да. Mm,
скорее всего, должно быть. Я хотя все проходил на клавиатуре. Да я после этого привык ко всякому говну. Как вот в российских этих шутанах, вот особенно в бумере, блядь, когда. Кнопки, блядь, управления, блядь, находятся вообще в разных местах, блин. На клавиатуре, блядь. И ты вот, ты шируешь всеми руками, всеми пальцами, блядь, по клавиатуре, блядь, чтобы найти кнопку идти вперед, блядь. А управление изменить нельзя, потому что, блядь, как обычно, люди постарались ничего не делать. Я Star Wars проходил, этого Индиана Джонс. Две игры вот эти. Что это за хуйня, блядь? Я такого не помню. А, все. Блядь, обязательно с такими стонами это делать? Иди негр отсюда. Ты нам не нужен. А, блядь. Сука, еблан, блядь. Иди нахуй, блядь. Долбоебина. На, блядь. Пошел отсюда. Ты, блядь, ты издеваешься. Так. Эта дрянь встала на свои места. Совсем распоясались, блядь. Тут мешает пазл вставить. Так. Нам же отдать какие-то детали. А хотя ладно, похуй. Опять же у нас тут. На перепрохождении. Прям вынуждают. Да, перепроходить на все 100, блядь, это когда пройдешь ты всю игру полностью, блядь, все эти эпизоды. Потому что это бессмыслица будет. Тут требуется один персонаж, там третий, там четвертый, там пятый, там десятый, блядь. И в итоге... Ну, охуенно. Потом, блядь, окажется, что нужно будет ачивку убить Дарт Вейдера Дарт Вейдером, блядь. Где-то я уж такой видал. Или Йоду убить Вейдером, блядь. Ну чё за хуйня-то, блядь? Ой, блядь. Всё разъебал. Это какие-то легальные читы. Биван, пепперони.
Ну, собирайте деньги, что стать как овощи, а? Он только игра что-то делает, пытается. Но у него ничего не получается. Ты больше ничего не хочешь, давай там. Мы что-то убежали воевать сразу. Даже ничего не исследовали. А вот мне интересно в этой саге. Блэд, верните Квайгона. А что, так можно было? MLG в прыжке. И чё? Ну чё, ради духу, 20 монеток все залезли? На нахрен там вообще сюда пришли? Им туда надо попасть. Да нет, они вроде ничего особенного такого не вызывали. Ну сейчас посмотрим. Финикин Скайдвокер, блин. Квайгон. Да ёб твою мать. По этим целям еще стрелять. Я вот не помню вообще в оригинальной версии там есть такое отражение, чтобы вот меч подсвечивал. Или такая зеленая палка. Yeah.
Блять, окно взорвалось. Почему тут все взрывается, блять? Прям абсолютно все, блять. У них дерево даже с эффектом взрыва, блять. Блять. Сука. Почему? Почему она все взрывается? Да? Да вот я помню, либо сейчас мы будем в том месте, где Энакин, блядь. На Татуине. Либо еще где-то. Блядь, там вы что, шутите, что ли? И один позитивный только негр. Блестящая дилда улетела в космос. Мы собрали целую палку. Это охуенно. Целую палку. Блять. С 10 деталей мы собрали только одну палку. Блять. Сука, мы это так и добрые кони выдумать, блядь. Так и допустим не засчитывали бы ее. А, мы пока еще дойдем до деревни, там Энакина встретим, блядь. Так. Я починил. Все, блядь, разлетел с хреном собачьим, блядь. Сразу гонкам? Только сейчас понять, какое здесь управление будет. Ганочки! Может, я еду неправильно еду? Почему-то он слишком медленно едет. Блять, а мы, конечно, такие лица нарисовали, блядь. Бля, пропустили, ладно, на следующем круге. Я с ним никогда не мучился, блядь, они легкие, по сути. Я мучился в каком? В 6-м эпизоде, по-моему. Или в 5-м. Где надо было в лесу. От этих, от штурмовиков съебывать. Постоянно в дерево въебывался. А, все, понял.
Какао, какао, какао. Эй, блэд! Так. Качественные спецэффекты. Блять. А стенка-то не ломается. Ну вообще-то, по сути, вот эти последние лего игры, они не особо тяжелые, как лего игры для PS1 там, блядь. Потому что на PS1 они адовые. Мало то, что ни хрена не объясняют, что делать, так ты еще, блядь, на определенное короткое время должен что-то понять, блядь. Что надо делать? Какого, блядь, хрена, блядь? Еще и сохранение раз в 100 лет, блядь. Ну как, вообще, сохраняешь, по-моему, один раз, блядь. Давай. Ну чё, блядь, за НФС начался, алло. Менты! В студию. Ну потом, блядь, чё, все равно переигрывать, блядь. Он, блядь, один РДД2, блядь, смог дотащить, блядь. Нахрен джедай нужен, если есть РДД2. Да, надо, я обязательно ебануть гаечным ключом, чтобы, блядь, все заработало. Примерно так сработает в Джеке. Также по трубам ебашит, блядь. Ключом. Ну в этот раз мы собрали какую-то хуйню не связанную. Дилда. Так, у нас пятая часть. А это случайно не битва с этим. Как его зовут? Я уже забыл этого чувака, красного. Но можно сразу то, что они сразу съебались, блядь. Добиваем! Добиваем! Блядь, такой врат был дебильный.
пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мяу. Поехали. В стиле GTA. Не-не, нихуя. А я попробую. Блять, ну это... Ага. Да куда ты сел-то? Давай! Ну чё ты, он выше, вот так, молодец. Мы там еще не все исследовали, алло. Куда намылились? Ну, там же есть проход, давай. Заскакивай. Что-то ассасины начались, одним словом. Ну, блин. Ну, фак. Давай. Соскользнул с краюшка, блядь. Блядь. Просто все, все проебать. Мы даже не отбили ни хрена. Мы даже не отбили то, что потеряли.
Надо потом будет это улучшение купить, потому что заебали они разлетаться, блин, во все стороны. Пусть хоть магнитит их. Вон, тут же целая банда овощи, блядь, и они не... монетки никто не ловит. Ясно, понятно. Может, кто-нибудь будет атаковать их? Нет? Ну ладно. Почему-то я ни хрена не удивлен. Блять, да вы заебали. Именно вот 4 кэса должно быть по себе из нас, блять. Не 1000, блять, не 2, блять, а именно 4. Нам и так тут монетки трудно достаются. Блять, вы заебали уже, блять. Да та убьет их, блять. Заебали, там начинают стрелять. В километре еще полдня переключает. О боже, блять, ты даже в них попасть не можешь. Он только РДД2, блядь, догадался, блядь, там пройти.
Топ. Топ сальтуха. Блин, давай не будем падать вниз. И будем падать вверх. Ой. Ну ты бомба. Я обалдею с тебя. Че там? А вот эту верх нельзя сбить. Мне от этой игры только есть захотелось. Маленький Оби-Ван, блядь, работает как коротышка, блядь, в этом. В Индиана Джонс. Та же самая анимация, блядь. Те же самые функции, блядь. Блядь, я не хотел. Хочу сразу перепрыгнуть. И не надо мне то ебашить, блядь. Бляха, муха! Сколько? 8000 проебали? Давай. Ты серьезно, блядь? Ты серьезно, блядь? Кусок ты еблана, блядь. Скользнул, блядь. Пиздец.
Ты почему соскользнул-то опять? Я не могу понять. Опять эти твари, блядь, появились. О, привет, пингви. Я уже такой думал, блядь, все, он больше не зайдет. Мэн, блядь, подписался и не зайдет. Как обычно. Это искусство. Ну, по-моему, только можно увидеть только вживую, только в России. Чтобы на дерево какую-то хуйню поставили, блядь. Лол. Лол, меня убило деталями. По-моему, нам подъебывает. Да хватайся ты за это поеботу, блядь. Сволочь. Окей. Даже забыл уже, что ничего никто не хватается. Никому же не надо вообще ничего. Ну где эти пиплы? Куда они все делись? Ну давай. Вы меня наебываете, да? Как вы здесь оказались? Конечно, множество очков тут до хренища стоит. Пытался как Нео увернуться от пуль, блядь. Ни хрена не получилось. Ну, конечно, попытаюсь собрать 90%. Но это очень много времени потребует. Если я вот сейчас уже сколько идет... Первый час стрима прошел. И мы даже эпизод не прошли. То, о чем говорить, вообще при прохождении всего этого. Монетки, монетки, монетки. Опять нам все проебали. И это же монетки. Да вообще, по-моему, у тебя что-то ачивок нету, блядь. Потому что сколько я уже сижу, блядь. За час ни одной ачивки. Да вот, пройти первый эпизод, то есть, да, третий, четвертый, пятый, шестой. Открыть всех персонажей, блядь. Короче, тут дрочево полное, блядь, в Лего.
Вроде бы детская игра, тут хуй такое было, блядь. Андроидики. Как туда попасть? Хотя все равно. Это надо, может, и очков купить. Это вообще все надо, все абсолютно всю хрень скупить, чтобы облегчить жизнь при перепрохождении. О, подожди. Да вы чё, шутите нахуй? Блядь, ну овощи, ну вы хотя бы хоть что-нибудь делаете. Стоят, блин. Ветер... Вот, а вообще Скайуокеру похуй. Нет, я вообще, по-моему, ни одной не прошел с процентов, я только там, может, на 90, может, на 80, но никогда у нас это не получалось. И, блин, убивать, ну, очень большое количество времени. О! Освобождаем. Одного заложника мы убили. Такое хочу сказать, да блять, ну потому что это уже бессмысленно говорить, да блять, потому что они заебали, блин. Бля, я Лего Хоббит, там дальше вторую, а нет, я первую миссию прошел, а потом забил, хотя я в Steam упал, а потом я проебал Steam аккаунт. Как-то лень покупать еще раз. What the fuck? Так, а где у нас последний насос? Где мы последнего-то забыли?
Ребят, может вы слезете? Все равно, блядь, прыгать не умеете. Оп. У-ху. Так, где у нас последний заложник? О, да, такого я не помню. По-моему, такой не был в машинке. В оригинальной. Чтобы я точно бы запомнил. Откатись туда. Ты иди сюда. Йоу. И так он съебался из галактики. Шесть рядов персонажей, блядь, собрать. Шесть рядов. Ну, хотя бы... Хотя бы каркас есть в их корабле. А вообще меня здесь бесил Гривус. По-моему, сейчас меня убьет. Блять, не успел кнопочку нажать. Что ты делаешь?
Я просто не удерживаю, блядь, я забываю. А смысл то, что они запустили его? Надо хотя бы множитель X2 купить, блин. Чтобы облегчить себе жизнь. Хоть чуть-чуть. Потом все остальное подтянется. Вечно боссы куда-то съебываются. Ну, Куайгон, блядь, просто летает вот. Только так. Опять же, да? Ага. Надо убить их. Просто, блядь, пам-пам-пам, спам этих. Первая ачивка. Да есть, мне просто что-то лень искать в гугле было.
Наверное, есть. Да, и давай мы тебя засломим на краю, чтоб ты упал еще раз. Божественно. Даже тут убили Квайгона. Не то, что на моменте с боссом. Но все равно этой игре было больше 10 лет, поэтому почему бы и нет. Почему в меня прилетел велосипед? Какого хрена? Ну, кыш. Отправителю. Квайгон вообще не участвовал в битве, блядь, а его убили. Ну хотя в Лего можно его не убивать. Ну, почему бы и нет? Вторая чипка. Прошли первый эпизод.
Так, первый эпизод мы прошли. За сколько? 2,5 часа, 5-6%. Охуенно. Пиздец. Тоже что-нибудь там купим. Не-не-не, там уже как-то по-другому назывался, но... Ты что, это советы, что ли? Блять, так... Как это называется? Вот, Power Brick. X4, X2, блядь. Да, мучений будет до хрена. Dark Maul. Ладно, купим на остатки. Все. Все советы от бармена мы купили. Теперь у нас 8,5. Так, третий, четвертый, пятый, шестой эпизод. Иисус, ты что ли? Блять, даже на этих не на жуков похожи, какие-то, блять. А даже на. На руки пластмасса, блядь. Я даже не знаю, как это сказать, блядь. Потому что это похоже, но это не на то, блядь. Так это комплит сага. Так, куда нам вообще лететь? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу.
Я вот эту миссию вообще не помню. Я вообще не помню, что здесь сделать надо. Ететь, вашу мать. Так, видимо, что-то я не то делаю. Я пытался, я пытался. Как это странная хрень, однако. Йоу. Ну почему ты не нацелился, а? Собирать еще. А шума-то сколько, господи! Из этого поверапа. Давай же, блядь. Точно сниму конек. Давай. Сейчас главное не въебаться в эту. Давай еще разочек, еще одну. Пошел. Возьми же ты уже. Еще одну. Пошел.
Блядь, сравнили жопу с пальцем, блядь. Две моих жизни и ее, блин. Сколько там сердечек? 10? 12? Вообще несправедливо. Хотя бы в грозу делать антенны. Молодец. Техника безопасности соблюдается на полностью. На все 100%. На байзас. Прыгай. Прыгай, какашка, блин. Если, блядь, только мне ебанет, каска не поможет. Там уже ничего не поможет. А, я тут думаю, чё это все, блядь, в Африке с Эболой, блядь, живут, а... Потому что не каску носят, блядь. Ну что, может попробуем допрыгнуть? Пытка не попытка. Или только Джаджа Бинг сможет скачать. Вот такой высоты. Вот такой ширины. Видимо, нет. Ладно, пошли гуманоид. Да. Надо знать, кого винить. Thank you.
Блять, ёбаный данспол, блять. Эй, блэд, ты табуретка, блять. Заебал. Делай хоть что-нибудь. Ты что, издеваешься, что ли? Если бы это было бы бесконечно, я бы бомбанул бы. Как обычно. Последних. Да, последних потому, что он этот. Потому что. Блять, этой игре бы больше 10 лет, блин. И дерьмо это ты. Я тебе скажу только это. Иди смотри своих пидорасов с контрами, которые, блядь, стримят по 899 раз за год, блядь. И прочее, блядь. Тут мы пытаемся внести хоть какое-то разнообразие, блин. Потому что как кто, блядь, просто вот... О, это что, игра, блядь? Не на Денди? Да это же, блядь, не ретро, блядь. Там, блядь... Хоть Atari 2600, блядь, ставь, блядь, там, я не знаю, хоть какую-нибудь такую доисторическую поеботу, блядь, нет. Нет, вообще нет. Это не ретро. Так, я помню, кто-то, блядь, такую хуйню сморозил, когда, значит, на PlayStation 1 стримили, или PlayStation 2, блин. Такую достаточно старенькую игру, блин. Не, ну, всю трилогию Звездных войн, да, можно, блядь, поставить в ретро, блядь. Лего Индиана Джонс нет, потому что она вышла в 2007, или 2006, или 2008, я не помню. Но там за какую трилогию вот этот... трилогия плюс четвертый эпизод, по-моему. Ну хотя бы перед тем, что-то сказать, надо погуглить, блядь. А я вот, когда, блядь? Две недели назад. Чувак стримил, блядь, просто спокойно стримил этот... В разделе ретро. Первый Revelation для... Он PS4. Ему никто ничего не сказал. Он стримил-то в течение нескольких недель, блядь. Я, блядь, тут начал постримить такую игру древнюю, блядь. Все, пиздец. Как катаклизм, блядь. Как это могло здесь оказаться? Капхед тоже так же, блядь. Какие-то индивидуумы, блядь, ставят в ретро. Блядь.
Надо честь погуглить. Ну, это вот... Нет, вот 80 это вот с 90-ми, это пусть будет в ретро. Вот нулевые, вот их надо сделать раздел классик, блин. Или я не знаю, как, блядь, такой древнее дерьмо. Но, к сожалению, ты чуть не интересно, блядь, подавайте, блядь, всякое говно, блядь. Деньги. Ну так бы туда попал бы вот эти нулевые, десятые. Все вот эти, блядь. Ви, PS2, PS3, Xbox, 360, Xbox. Ну все, короче, то, что вышло, блядь, в прошлом десятилетии. Так, мама, мы вернулись назад. Так, мы отсюда пришли. Осталось только... Так, что там? Только штурмовики. Да, хоть что угодно стрим, блин, все равно начать как-то выебываться. Я тебя не буду банить, потому что единственное правило, блядь, канала, блядь, вообще никого не оскорблять, и все. Ну, точнее, можешь кого угодно оскорблять, только не стримера, потому что, блядь, стримера так можешь послать подальше. Хотя был тут один такой человек. Я ему сразу эту услугу сделал. Ну, а то видно, что нормальный человек, адекватный. Надо вообще погуглить, сколько этой игре лет. Там же трилогии обе вышли с разницей в год. What the fuck? Ну это частная практика, я не скажу это. Потому что, блядь, я не знаю. Я ничего оригинального придумать не могу. Я пользуюсь тем, чем пользуются остальные. Как тебе удобно? А вот если бы я стримил бы какому-нибудь, не знаю, парашный, блин, этот Resident Evil, блядь, там, четвертый, например, блядь, все. Это ж ретро, блядь! Реально абсолютно похуй, блядь. Мне просто вот это не нравится, вот эти какие-то, блядь, тройное дно, блядь, этого раздела, блядь. Да переключайся, ты, блядь, ебанина ты тупая. Thank you.
Надо вот написать правила просто. Единственное правило, блядь. Не доебывайся до стримера, да и все. Так, все собрали, окей. Это легкая зазовина. О, сейчас будет босс вертолет, ну почти босс, почти вертолет, ну босс. Сейчас сначала бубку фетка убьем. Да ладно, ну бывает, человек с телефона сидит. Главное, когда я стримил Infamous, никто вообще не сказал, как это попало в Radeon Retro. Никто, блядь, никого не удивил этот факт, блядь. А тут, блядь, Лего, блядь, да историческое, блядь. Все, блядь. Как? О, счетчик пан. Так, на, блядь, кокнули. Надо сейчас его отражать. Иди сюда, говно собачье. Ты решил ко мне подойти? Куда он съебывается? Сколько, 2 часа мы отстримили, просто топич. Да ладно, текст не интересен.
Это да. Это можно считать. Да, ну по-моему, в 2005 же вышло после третьего эпизода. В залог позвони. 2005, по-моему, 2006. А главное, если ты будешь стримить Battlefront 2, блядь, такой, не, чувак, блядь, это ретро. Графон ужасный, это ретро. Все, что имеет говнографику, это уже, можно сказать, ретро, блядь, да? У многих, блядь, логика такая дебильная. Да, просто тут бомбить начинает. Infamous, блядь, 2009 года, блядь, мне вообще никто не сказал, блядь, почему это попал в ретро, блядь. Никто вообще, блядь. За полтора часа никто ничего вообще не сказал, блядь. Тут, блядь, лего доисторическое. Ладно, какой доисторический, так, относительно новое. Потому что доисторическое там на первом PlayStation. Он там просто... хаос один. Будешь стримить... этот, как у God of War 2, блядь, скажут, это же, блядь, ретро. Хотя она вышла там в каком? В 2007, блядь, или в 2009? Да это, как, комплит сага. Тут, в принципе, сделали небольшое, как, улучшение, подтяжку графониума. Потому что оригинал там, по-моему, максимальное разрешение, точнее, формат экрана 4 на 3 имеет. Ох ты, ёшкин кот. Ну, давай, чё ты? Ну, ты будешь его хватать. Ну вот, пока у нас идет первые три эпизода. Текст. Что вообще тут делать там? Вот в классике бы я там буду в классике сидеть, если создадут, конечно. Потому что, блин, я не знаю. Че, нельзя туда? Я уже не понимаю, что надо тут делать. Можно было просто войти. Прикольно. Почему я только об этом сейчас узнаю, когда просрал 8000 монет. Если ты будешь даже стримить что-то с PSP, никто вообще ничего не скажет, блядь. Тут, блядь, просто бомбезность у меня. От этих каких-то стандартов, блядь, кривых, блин.
Во-во-во. Даже вот чувак стримил историю игрушек 3, блядь, для PS2. Она вышла в 2011 году. Что? Кто что-нибудь сказал, блядь? Никто вообще ничего не сказал, блядь. Потому что вообще херевшие люди, блядь. Если игра в фонд хорошо, все, блядь, пиздец. Приехали. Ну а ты избена хоть заряжает? Что-то долго спавнит. Так, где Энакин? Ну а то хрен его знает, тут там может быть и не заряжает. Ё-моё. Ладно. Где Скайуокер? Куда его потеряли-то? А чё, оригинал никак не купить? С Авито какого-нибудь. Все же будет надежнее. Эх, скинула случайно этого C-3PO. И улетел он в лаву. Ну да. Потом будет как все гореть, там. Респект китайцам, блядь. Китайцы могут делать хорошо, но не всегда. Каким-то зеленым говном стреляет по мне.
Надо потом будет посмотреть правила, блядь. Если там хоть что-нибудь, блядь, сказано, что... какая игра там не попадает под категорию, блядь, ретро, блядь, я не знаю. Потому что тут есть себя на определенной категории, блядь, то, что там можно, а то, что нельзя, блядь, стримить. Там написано, блядь, то, что там стримьте, блядь, только вот это такого, блядь, там до 7-го, до 6-го поколения, блядь, консоли, все. Дальше нельзя. Дальше, типа, недопустимо. Да, блядь, ребят, вы что, ебанутые, что ли, все? А видимо, мне кажется, да. Вы посмотрите, блядь, на некоторых людей, которые стримят вечером, блядь. Просто сверяйте, блядь, с датой выхода игры, блядь. ДТ и ТП, блядь. Потому что ретро это вообще какой-то очень спорный, блядь, раздел. Потому что реально, я вот на, по-моему, на позапрошлой неделе стримил Infamous, блядь, для третьей PlayStation. Никто ничего, вообще, блядь, никто ничего не сказал. Хотя она вышла в 2009 году. Что? Никто ничего не сказал. Тут, блядь, если какой-то ебанько, блядь, который там больше, блядь, 120 подписчиков, блядь, имеет, блядь, он там, блядь, стримит Cuphead, блядь, в разделе. Что? Кто-нибудь сейчас скажет ему? Нет. Когда кто-то вот стримит вот с PSP, блин? Нет. Это у нас еще и спидранишь, да? Охуенно. Да, Cuphead, о, как же это называется, Infamous, да, так оказалось дерьмовой игрой, блядь. Зря я купил диск. Такой, блядь, очень зря. Ну, хотя бы для коллекции. Оказался редким дерьмом, блядь. Просто кусок говна. Я с тобой соглашусь в этом моменте. Потому что там, блядь, просто уебищно все сделано. Thank you.
Вот поэтому надо писать твичи, чтобы, блядь, они хоть как-то, блядь, не знаю. Не знаю, ограничения, блядь, типа такого, блядь, сделали, блядь. Потому что, ну хуй поймешь, блядь, что можно строить, что нельзя. Потому что, ладно, там в каких-то отдельных играх, да, можно, блядь, типа, претензии как-то выдвинуть. Сам там какой-нибудь Splinter Cell, а ты там стримишь какой-то NFS. Во-во, про ты говорю, блядь. Все, что имеет говяную графику, блядь. Только, да, только в путь. Мейс Винду, блядь. Кто-то стримил Sonic Mania, братра, блядь. Кто-нибудь искал? Нет. Потому что все любят Соника, бля, в каком бы, блин, году они не вышло. Я тебе говорю, когда в середине этой недели чувак с ником Сабрашен, он стримил, блядь, этот историю игрушек 3 для PlayStation 2. Кто ему что-нибудь сказал? Нет. А история игрушек 3 вышла, блядь, в 2011 году. Ретро, хуй там было. Но никто не имел возражений. Также Resident Evil 4, блядь, не можешь попадать под эту категорию, потому что, блядь, она вышла, блядь, в 2004 году. Ну никто же, блядь, никому ничего не скажет. Вот. Я так говорю, потому что, блядь, Twitch такая ебанутая, блядь, платформа, блядь. А ты не пытайся даже объяснять людям, блядь, ну просто убертые люди, блин. Надо потом к тебе заглянуть. Давай спидраны. А какой там, сколько по времени вышло? Спидран. Потому что я спидран под хап... Фу, блядь. Спидран по капхэдам вообще не смотрел ни разу. Говорят, она слишком долгая. Thank you.
20 минута. Ну это охуенно. Там вообще надо задрачиваться по полной, блядь. Так, идите. Лол. Идите красненькие-то, а. Я тебе сказал, не пидор, а дерьмо. Как ты назвал игру? Не надо тут коверкать слова, тут тем более чат усвечивается, блядь. На записи будет видно, тем более еще есть свидетель. Так что не надо тут коверкать слова по полной. Все? И этот B2. Мне просто не знаю, что какой. Много негатива. Когда просто вот заходит человек, вот так резко, блядь, начинает с какого-то такого негатива, блин, естественно, пойдет у нас такая реакция. И там у нас, по-моему, этот будет под конец битва. А нет, с Дуку у нас будет третий эпизод.
Ну тут-то и понятно то, что попадает под категорию ретро или нет. У всех понятие ретро это свое. Блэд. Хватай бомбу. Я, в принципе, к Дэнди так отношусь 50 на 50. Я с нее-то начал во все это в игры играть. Но, в принципе, я ее не особо люблю. Но играть можно. Господи, не одним же Дэнди будем едины. Ты че, серьезно, мне надо туда ехать, чтобы взять бомбу? О боже, вот она. Давай, катись, 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 катись. Только не падай вниз.
Они так быстро не ездят. Так, щит сломан. Бомба укатилась. Лол. Достаточно тяжеловато, когда все это говно происходит здесь. Еще одну бомбу. Просто все очки просрал, блядь, молодец какой я. Прям моя фишечка стала. Просирание всех очков. Это вообще неизвестно, он ничего не говорил. Возможно, где-то по его времени в 7 часов или в 6. Ну, как получится, вечером там. Он может начнет стримить хоть что-нибудь. Да ладно, только вчера начал. Да ладно, понимаешь, я как просто так поставил. Скорее всего, просто так, потому что... И так было понятно, что мне донатить никогда никто не будет. Просто так. Для отчетности. Какой будет у меня антирекорд? О! Да нет, мы же его должны убить потом, в третьей части. А я вот по-любому вот за эти 47 дней вот потрачу, может, два раза больше, блядь. И она даже не окупится. Ни капли. Ладно, блядь, это, по-моему... Раз люди так взбушевались, по сути, блядь. Потому что микрофон, блядь, типа, ну... Что, слишком хороший для ретро. Будем как-то выкручиваться.
Давай, Анакин, заскакивай, блядь. Энакин, блядь. Ну как хочешь. Главное, такой босс всегда стоит, ждет нас. Ну тут, конечно, Джи Джи Бинкс нужен. Никак не вытащу. Вообще никак. Стандартная схема. Просто ебашим в пол. Потому что пол как-то, не знаю, задефить нельзя будет. Так, тебе придется каким-то говном кидать, да? Видимо, да. Йода реактивный. Ничего. Зато он и мастер йода. Подожди, я не понимаю, как можно отбивать его атаку вот эту. Давай. Я не понял. Во, кажется, допёрло как. Давай. Ну чё ты, йода, ну не понимаю. Опять меня подводишь. Один титул дали. Ничего себе. Раз в 100 лет Денису титул дают. Честно, я не понимаю, как можно с ним воевать при таких гибельных условиях. То, что, блядь, у нас нет отражения, мы не можем. Да, бля, я честно ни хрена не понял. Вот как на этом моменте, блядь, с ним можно воевать? По одному каким говном кинуть? Ну, бля. Тут даже... Ладно бы как-нибудь можно было снаряды отразить. Сволочь. Ты посмотри на эту скотину. Лол. Надо как-то. Ну вот как-то вот можно парировать это все дело, блядь, но, блин, как? Тут же защита у него. Ha ha ha.
Забавно. Блин, либо можно этим от какую отражать мечом, блять, ну блин, он ни хрена не отражает. Это просто, блядь, безвыходная ситуация, блядь. Тут вообще никакого не пройти. Так бы чем-нибудь кинуть в него, да и все, блядь, но он. Давай, Йода, может ты что-то сможешь сделать. Лол. Может, какой-то есть другой способ его. Вот тут диатизм. Реально нет. Пройдешь какую-то часть, блядь, значительную игру, блядь. Ах, даже не объяснят, на как. Что делать надо, блядь? Потому что у нас еще с молнией никогда не было. Слушай, Биван, блядь. Пни, Энакин, чё он, блядь, валяется? Ну, достал уже, блядь. Слушай, может, что-нибудь мы, блядь, будем предпринимать по этому поводу? Ой, блядь. Да, это как-то очень странно. Это по-любому заговор масонов. Блядь, как же его победить? Идеи, нам нужны идеи. Больше идей. Я предлагаю свалить. Лол. Реально, а что делать-то? Блять, все, понял. Понял даунскую тактику, блять. Одного пиздит, пиздит другим, блять.
Я, в принципе, он оказался легкий, как и все предыдущие боссы, но это же, блядь, детская игра. Так. Это когда мы начали проходить? Второй эпизод только-только начали, блядь, все. Да, все, да и вообще никто не помогает. Когда начали проходить этот эпизод, было 8,5%, блин. Сейчас только 14,5%. Чё там, какие-нибудь советы опять очередные из мира охуительных игр? Лаксоны, лоудбрик. Видимо, нет. Читов мы у нас нет и не будем им пользоваться. Джей, не занят. Фу, блин. Надо накопить сейчас. Пройдемся. Повзрываем стаканы. Как обычно. Охуенно. По итогу мы просто переложили все стаканы в середину зала. Да вообще это нечестно. Надо собрать хотя бы тухарю. Еще раз. Значит, в каждом эпизоде по 6 миссий. Каждая миссия по 15 минут, по 15-20 минут. Подожди, дожди, дожди. Что там еще раз открылся? Ясно. Да мне так впадло сейчас идти.
что-то ломать. Видимо, придется. Сейчас 9500 собрать. Купить этого гуманоида. Ну, тогда еще лучше. Сколько у нас получается? 15,7%. За 3 часа, блин. Только 15% прошли. Бля. Ладно, на этом мы закончим этот стрим. Тут нахер, блядь, Фреттер, блядь, его стримить. Просто столько бессмысленного нытья, блядь, и... Ну, спорный жанр, просто. Жанр, как его, раздел. Спасибо всем, кто смотрел. Кто сидел все это время. Всем удачи, пока.